Bright Park вдохновляет. В Bright Park удобный автокредит за 15 минут. Bright Park. Лада, Екатеринбург. Суд признал виновными жителя города Асбеста и его жену в незаконном сбыте наркотиков. Супруги занимались продажей наркотических средств с декабря 2016 года по май 2018 в значительном и крупном размерах. Приговором суда установлено, что подсудимый занимался незаконным приобретением наркотиков, расфасовывал наркотические вещества совместно со своей супругой по упаковкам и помещал их в места закладок, а также вел переписку в интернете с покупателями, сообщая реквизиты для оплаты. В момент помещения подсудимым наркотических средств в места закладок на территории Асбеста его супруга следила за тем, чтобы их никто не увидел. В ходе предварительного расследования и в судебном заседании подсудимые сознались в содеянном. В итоге суд признал супругов виновными в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Суд пришел к выводу о причастности супругов к совершению незаконного сбыта наркотических средств, приговорил подсудимого к 10 годам лишением свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.